Ну что же, мы собрались распаковать что-нибудь из этих всех посылок. Катя и Настя там нашли лично свои, и мы сейчас с них и начнем. Так, Настя возьмет свои посылочки, которые она на Алиэкспрессе заказывала. Да, я сама не помню, что там. И от этого даже еще интереснее. Вот эти три точно. Где-то еще одна лежала, но я не могу найти. Угу, ну пошли, откроем эти. Да. Настя прям торопится увидеть, что там. Ну, с Алиэкспресса всегда все долго идет. Сумка? Боже, сколько у тебя сумок, Настя? Я люблю сумки. Коллекция сумок уже. Да не, их мало пока. Запах, надеюсь, еще выберется. Такая вышитая. Мне понравилось, очень прикольно. Оно внутри покажи. Ой, ремень есть. Да. А у меня, помнишь, была такая просто коричневая с голубеньким сумка? Да, ты и когда я была с ней в Доминикане, она порвалась. А мне она очень нравится. Вот это похоже, ну, в смысле, по типу. Я поняла. Так, ну, давай дальше смотри. Да. Так, давай чехлы. Чехлы для телефона. Ты их не порежь. Так, я взяла с таким колечком, у меня таких нет. Колечко прям на палец надевается, да? Ух ты, интересно. Не, ну оно не как кольцо ваше, чтобы держать телефон удобнее было. Так отгибается. Или ставить вот так. Сейчас прикольно. Вот так. Типа. Интересная идея. Вот так. Чтобы смотреть, когда смотришь что-то. Сейчас попробую надеть. Я надеюсь, что он наденется, потому что у меня же на телефоне вот это. А оно не отклеивается, да? Нет. Наделся. Да, красивый. Да, красивый. А ну поставь, попробуй. Не будет падать? Колечко вес телефона выдержит? Да, оно железное, класс. Попробуй. А, супер. Поэтому я и взяла. Мне понравились. Так. И цвета такие мне нравятся. Да, нежные, цвета красивые. Видишь? Супер. С цветами у тебя всегда хорошо было. Прям пока я на этими покупками очень довольна. Так, что? Наверное, тоже, кстати, сумка. Я заказывала. Раньше нам писали, что мы едим носки. Теперь тебе будут писать что-нибудь про сумки. Просто некоторые, которые я покупаю, рюкзак, допустим, один, я ни разу его не носила, я отдала его Кате, Катя может будет носить. Мне вот тогда понравился, а потом перенравился. Сейчас посмотрим. Так. Красивая. Только такая маленькая. Да, что туда можно вместить? Ключи и телефон. Ну, телефон и точно влезет. И тоже вонючая. Смотри, какой поясок. Ага. Ага, я помню, вот это вот. Сейчас я гляну на картинке, как там было. Оно где-то здесь вешается на сумку. Еще вот так, ну, типа, как-то, короче, тут еще вот это, а вот это поясок. Оно все вместе смотрится красиво. Да, прикольно. Так, неси к себе, пусть выветривается. Да, воняют они хорошо. Сумки воняют, реально. Но новые. Как в магазине обуви. Вот новая обувь воняет. Так и эти сумки. Они же не кожаные, правильно? Это кожзам. Наверное, попробую, я не знаю. Ну, они дешевые? Ну, думаю, да. Ну, 300-400 гривен. А, ну, это не кожа, конечно. А где мои тормозные колодки на мотоцикл, на котором мне не дают ездить? Не дают. Я не могу тебе с тобой фильтр поменять. А приглашать пока друзей мы не приглашаем. Ну, завтра с Костей. Он подержит. Так, вот так будет держать, подальше. Скажу вам честно, лично мне больше всего вот это огромное хочется распаковать, потому что я понимаю, что это клетка для крыс. Но мы, конечно, как мы ее будем собирать с Катей уже на канал Хомки снимем, не на этот канал. Но все равно я так хочу ее увидеть. Там классная клетка, где-то почти с меня ростом, на колесиках. Ладно, пока Катя сушит голову, они же вернулись с улицы с Настей, тоже гуляли. Сейчас я вам, кстати, покажу, как они гуляли. И пока она сушит голову, я посмотрю вот эту посылочку. Кать. Кать. Кать! Кать! О, с четвертого раза обернулась. Пошли. Давай я вкусную зебру. Боже, я вижу улицу. Мой велосипед вырвался. Кому машина, кому нет. О боже, что это? Дурочка. У нас всегда каждую ночь лежит. Там кто-то ходит. А это значит... А, понятно. Так, я не свой возьму, потому что на моем вот этой штуке я мамин возьму. О, у меня даже перчатки для велика есть. А ты еще помнишь, как кататься? Да. Я больше боюсь в машину садиться опять. Машину боишься? Ну, я думала... мне кажется, что как только сяду, то все нормально будет, просто я уже месяц не ездила. Я думала с тобой первый раз проехаться, но когда ты сказала, что забыла, как ездить, я... Мы сейчас точно не поедем.
Чего? Папа машина. Папа, ну да, у него же там посылки. Не, у него вот это пофиг. Думаешь? Ну, мама говорила, да. То я не знаю, хватит ли зарядки, да. Хорошо. Настя лохушечка. Слышит, врет. Мы приехали к такому мостику с Катей. Я сюда обычно езжу, а Катя вот первый или второй раз. Тут вот с двух сторон мостик. Красиво очень. Нам так этого не хватало, вы бы знали. Да. Классно, а сейчас еще такой воздух. Деревья ж все распустились, да. Кислорода просто. Мы с Настей только что заметили выдру. Наверное, это была или выдра. Бобор. Ну, хвост да. Черный у бобров просто. Такой. Да, и она нырнула под воду и ушла. Я сначала подумала, что это утка, но это не утка была. Блин, обидно, только-только выключили да. камеру и она не сняли. Вот-вот, плывет! Сейчас! Кто это? Приближаю, приближаю! Да подожди, не уплывай так быстро! Да, да, это хвост. Он тоненький, нет, это не бобер. Это не бобер, да. Наверное, выдра. Может, сейчас опять по сторону поплывет? Блин, ну весна, наверное, самое красивое время. Там жарко, смысл, да, полный. Мне нравится зима такая, как в Польше была, вот как зимняя сказка, это очень красиво. А весна это именно и удобная, и красивая. А летом слишком жарко, мне лето никогда не нравилось, да. Только тем, что каникулы. Да, знаешь, когда холодно, можно под одеяло залезть, согреться, да. И кайфово. А когда жарко, то ничего не спасает. Можно чаек себе заварить, зимой даже классно, когда да. вокруг холодно, а ты в одеяле. Или осенью, когда дождь. Тоже очень круто. Мне кажется, что вот тут как раз какая-то одежда. Она мягенькая. Это твоя? Думаю, что Алискина. Поможешь? Настя, мне кажется, это не Алискина одежда, а ваша. МЛ. Настя! Это, наверное, твоя одежда. Думаю, да. Пижамка вот такая ты заказывала с клетчатыми штанишками. Да. Ну, твоя. Это, наверное, все твое пришло. Да, это ёжики твои? Класс, да. Это с шортиками пижамка. Ёжики. Сейчас Настя померяет, и мы с вами посмотрим, как она на ней будет смотреться. Она легенькая, да? Да. Тоненькая видно. Класс. Слушай, я думала, что-то валяется сзади тебя. Сейчас досмотрела, что это батон валяется. И вот такая со штанами. Ага. Смотри, какая с ёжиками классная, Катя. Да, я тоже её, кстати, хотела заказать. Так странно, я её вообще с Катей смотрели. Она смотрит, что я позаказывала, и почти все она тоже думала себе брать. Да, у меня она была. Вкусы совпадают. И вот такая кофта. Эту пижаму. С клетчиками. Так, Настя, что-то ещё ж. Смотри. Тоже пижама. Это все пижама, короче. Капец. Ну, это, наверное, как домашняя одежда. Карантин, мы дома, да, в этом ходим. А у меня почти ничего нет домашнего. Да, согласна. Это тоже пижама? Нет, это не пижама. Нет, это платье. О, прикольно. Сейчас будем. Да, будем пока змут сейчас смотреть. А это что? Не знаю. Что-то черное. Размер. Это пижама, которую ты сказала, что она странная, мам. А, да, помню. Но мне нравится расцветка. Прикольная очень. Не, ну на картинке она выглядела странно, надо на тебе смотреть. Штаны. Ну, прикольно смотрится. Ну да. Интересно. Так, что вот это посмотри, мне интересно. А он тоже классный. Что? Платье, по-моему, даже. На несколько было. Да. Ну, круто. Просто черное платье. Красиво. Катя, увидела черное. Красиво. А это что? Сейчас я вот это платье открою. Подожди. Это то, что длинное я брала, кстати. О, тоже красиво. Это по сумочке? Я с сумочкой хочу туда поясную. Это прикольно. А, поясную? А на пляже такое можно будет носить? Тоже. На море такое можно взять? Конечно, что нельзя. Это кофточка. Коротенькая, что ли? Красиво. Ну, с юбкой можно надевать. Что-то еще есть. Одно. Ой, что-то в горошек. Это платье. Да. О, круто. Длинная. Тоже длинное, да. Давай, хотим тебя длинная. Увидеть. Надевай. Прямо сейчас. Я немножко по-другому все представляла, ну ладно. Может, завяжется красиво. Да. Да. Давай, надевай. Откройте вот эту, она меня смущает. Пустая. А на кого, пап? Кому она пришла? Я не вижу там. У нас написано.
Если на Константиновну, то это моя, а если на Александровну? Александровна. Ваша. Странно, что ж там может быть? Кому, да. Вот такая вышитая. Мне так нравится вышитые сумки. Больше вот всего. Такая. Это самый красивый плит, мне кажется, на сумке. Я повесила эту штуку. Прикольная, да? Красивая. Где-то мне больше понравилось. Да, мне тоже она больше понравилась. Ну, это на картинке немножко по-другому выглядело, я маме показывала. Ты одну Кате, одну себе? Я пришла сюда красить, потому что они распаковывают посылки, а мне интересно. И вторая в дом зашла. О, папа открыл. Да ладно, там что-то есть. А вот полка. А, это Настина губка, спонжик, Настя. Для рисования. Сегодня все на стену попадается. Он большой, я не думала, что он огромный. Да уж. Ничего себе. Для рисования губка. А-а-а. Спонжик какой-то. Я класс. Думала, он гораздо меньше. А я думала, он вот такой. Кто тут проснулся? Поснула. Хочешь посмотреть, что в киндере, да? Посмотрим. Нам посылки Алисе киндер. Хочется открыть. Только глаза разлепила и посмотрим, что там. Первую кофту надела, мне не нравится. А ну видишь, как вот тут топорщится, почему? Да. Непонятно, знаю, почему. Типа, она же два сторона можно пришить. Прям везде, где пуговицы, капец, как топорщится. Носить не будешь, правильно? Нет, я не знаю, как ее носить, ну типа. Ну, она топорщится именно на том месте, где груди. Ну, просто на груди маленькая, вот и все. Внизу она не топорщится. Давай, Катя. Так, а ты думаешь, если она у меня, это почти у Кати не будет? У нее грудь меньше. Я говорю, можно пришить. У меня тоже есть кофты, которые из-за груди топорщатся. Ну, не знаю. Она реально топорщится. А может, она просто помялась, Настя? Может быть. Может быть, она действительно похожа на помятую больше. Алис, иди с папой киндер открывать. Молоко будем разбивать. Давай яйцо. Била-била Алиса и разбила молотком. Нет. Нет? Это шоколадный. А, это шоколадный. Шоколадное нельзя молотком. Да? Видишь, какая умная девочка. Большущее шоколадное яйцо. Огромное просто. Будешь его кушать? Или сначала посмотрим, что там. Что там? Что же там? Ну, папа, нет сноровки в открытии киндера. Руки влажные. Нажми немножко просто и туда-сюда шатай. Миша и Маша. Нет, они такие, как вчера, по-моему. Другие, да. Миша, Маша. Маша просто пальцем куда-то показывает. Ой, какой симпатичный. Костя. Папа шутит. Сейчас он ему наденет лицо, тогда он станет симпатичным. Привёшь ребенку дурной вкус. Вкусная? Обалдеть, да? Ты поделишься, Алис? То ж тебе плохо станет столько кушать шоколада. Слушай, сюжет почти один и тот же, только... Маша чуть-чуть другая. Там медведь тоже, кажется, так же держит. Да, он тоже держит ее в руках. Ну, они, наверное, медведя такого же точно сделали, а Машу чуть-чуть другую. Так неинтересно. Сейчас у нас будет гора медведей и гора Маш. Мы просто заказали 6 вот таких киндер-яиц. Тоже нам они пришли по почте. Больших. Вот из серии «Маша и медведь». Вот такая любовь. И мы уже один были открыли, это вот второй сейчас. Второй. А тот один где он, Кость? А? Тот где предыдущий? Я что, его нигде не вижу. Где-то в лесу, в избушке. О, Алиска уже усаживается. Усаживается смотреть мультик. А где ж твой Миша, твой кинотеатр? Ты ж с Мишкой сидела всегда. Мне красиво, классно. Ну, видишь, когда я его просто маме скинула, что я хочу заказать, она говорит, вот это странная какая-то пижама, может, не надо? Классно, ну, тебе идет. Да, прикольная. Все-таки прикольно. И на ощупь такая прикольная. Ну, она потому что дорогая, я помню. Да, я еще подумала, выглядит странно и дорогая, да. Это?